Всем привет! Сегодня буду слушать какого-то супер Жорика «Чао Чао». Премьера клипа 2021 года. В трендах он был. Ну, не знаю, что-то как-то меня пугает супер Жорик. Властян похож. Ты аморе, море, море вольный. Ты далека, как облака, а я разряды молний. Улетала без обратного билета лета. Я твой Ромео, ты моя Джульетта. Ты вино, я глоток. По телу холодок. Это между нами тик, между нами ток. Ты бриллиант, я карат. Ловлю твой смелый взгляд. Я завожу свой аппарат. Летим на Арара. Музыка качал. Ночью будет вот это Тимати. Все отвечал. Остальные чао-чао. Музыка качал. Потанцуем кофа-чао. Я влюбился, отвечал. Остальные чао. Музыка качал, никого не замечал. Я влюбился, отвечал. Остальные чао-чао. Все мимо кассы, ты вор, бейби, я твой приговор. Ты мой ор, выше гор, мне не хватает кислоты. Ты моя number one, я твой best of the best. Ты моя Кардашьян, я твой Канье Уэст. Музыка качал, ночью будет горячо. Я влюбился, отвечал, остальные чао-чао. Музыка качал. Я влюбился, отвечал, остальные чао-чао. Чао-чао. Ты женщина всех лучше, с тобой я не разлучен. Ты 100-500 раз круче, чем Моники Белуччи. Белиссима, бомби. Тебя зависимо. Ты вино, я глоток. По телу холодок. Это между нами тик, между нами ток. Ты бриллиант, я карат. Ловлю твой смелый взгляд. Я завожу свой аппарат. Летим на Арарат. Музыка качал. Ночью будет горячо. Я влюбился, отвечал. Остальные чао-чао. Музыка качал. Я влюбился, отвечал, остальные чао-чао. Ну, друзья мои, что хочу сказать. Ну, конечно, понятно. Понятно. Ты поняла, кто такой супер Жорик-то? Ну, конечно, Галустян. Кто? Я же его, видишь, я еще говорю, похож. А потом все понятно стало. Ну, там половина лиц я не узнала, но многие были мной
идентифицированы. Ну, это вот из серии Ревы, да, Рева тут решил, значит, запеть, и у него как бы получилось, и теперь Галустян идет по его стопам. Ну, как бы, понимаете, вот чего хочу сказать, вроде как и весело получилось, вроде как все хорошо, но не дотянул, вот, чтобы был такой вот очень сильный драйв, хотя вот из этой музыки, хотя вот из этих вот чау-чау, там все как бы простенько и хорошо, а могло бы получиться вообще, то есть вот как вот эта вот газировка тогда, помнишь, стрельнула у нас, ну вот песенка какая там газировка, ну трек, не помню как назывался, а пела ее газировка. Black Bacardi. Да, вот, казалось бы, там ничего особенного, но она стрельнула только потому, что вот очень много было... Ну, как бы она захватила вот эта музыка, и там и драйв был, и все. И тут вот могло бы вот так же стрельнуть, если бы вот чуть-чуть побольше драйва, потому что для, все к этому шло и располагало. Но мне кажется, вот именно по драйву-то они немножко и не дотянули. Но в целом, молодец. Ну, как бы Галустян же у нас всегда шуткует. И интересно было посмотреть, и, в общем-то, что он там... натворил, мне кажется, у него получилось. Ну, на четверочку точно с плюсом. Всем пока!